Как вы видите, наш следующий участник Дмитрий Долгов. Я не ошибся, это проект «Доллар-рубль». Да-да-да, «Доллар-рубль». Это вот парень, с которым мы можем просто сейчас зачитать рэп на пару там, йоу-йоу, камон. Давай, зачитай свой рэп. Всем привет, меня зовут Дмитрий Долгов, и на самом деле мы в нашей компании носим такие баксы не потому, что мы любим эту музыку, а потому что мы работаем с рынком наличной валюты. Доллар-рубль — это робот для наличного обмена валюты по лучшему курсу в городе. Доллар-рубль работает на Телеграме, то есть это работающий сервис, вы можете сейчас включить в своих смартфонах Telegram, подключиться к боту и проверить его работу. Значит, что такое доллар-рубль? Доллар-рубль — это один из направлений технологической платформы BankX. BankX — это финтех-платформа, которая работает по децентрализованной системе. То есть мы все привыкли, что когда вы приходите в банк, вы получаете услугу из банка прямо в нем же. В будущем, и уже сейчас это будущее наступает, банки будут работать немного по-другому, то есть по децентрализованной схеме, когда вы приходите в банк за какой-то конкретной услугой, и такие технологические платформы, как наша, BankX, будут распределять вашу потребность в финансовые услуги уже исходя из того, где ее можно получить на лучших условиях, более качественно и удобно. Именно так построена платформа робота «Доллар-рубль», то есть мы подбираем вам наилучший курс по самым удобным для вас способам, то есть в вашем смартфоне. Как это работает? Допустим, вы решили съездить за границу, и вам нужно купить доллары. Соответственно, вы достаете свой смартфон, в смартфоне подключаете Telegram, ну или Facebook Messenger можно тоже. Вот. После этого подключаетесь к боту, доллар-рубль бот, и оформляете заявку. В заявке вы указываете сумму, которую вы хотите обменять, и, соответственно, ваше гео, то есть локацию, чтобы пункт обмена валют был подобран самый ближний. Робот опрашивает ближайшие пункты обменов валют, определяет, получает от них подтверждение. Подтверждение получается в течение 15 минут. И в подтверждение пункт обменов валют указывает, соответственно, что он принимает установленный нами курс, что у него есть сумма к обмену, которая есть в заявке, и показывает клиенту его, ну, адрес пункта обмена валют. Соответственно, после этого клиент в течение часа едет в пункт обмена валют и производит сделку. Значит, какую мы решаем проблему? Ну, проблема простая, это найти и забронировать валюту прямо из смартфона по лучшему курсу в городе. Вот. Мы даем гарантию сделки, то есть тот курс, который вы видите в роботе, именно по этому курсу будет проведена сделка. Это отличает нас от других сервисов по обмену валют, допустим, таких как Cash RBK, где вы просто получаете информацию, но никакой гарантии сделки у вас нет. Вот. И плюс мы, соответственно, даем лучший курс, мы его гарантируем. Это плюс-минус 30 копеек от курса Центробанка, то есть мы работаем со спредом 60 копеек. Для банка это, конечно же, новые клиенты, это предоставление своим клиентам лучшего сервиса и, конечно же, это новые технологии, то есть это технологии мобайл в смартфонах, что сейчас уже является необходимостью для банков. Значит, какие у нас есть конкуренты? Ну, мы своих конкурентов смотрим в поисковой выдаче Яндекса, потому что мы работаем именно с онлайн-клиентами. И в поисковой выдаче Яндекса мы видим Банки.ру, Кэш.РБК и, соответственно, БКС. Но мы не можем назвать эти сервисы нашими прямыми конкурентами, потому что вполне возможно, кто-то из них станет нашим партнером. И какова перспектива развития сервиса? Это цель, кнопка «Обменять» непосредственно в поиске Яндекса. Мы все знаем ситуацию с такси, что когда-то мы искали такси в Яндексе и получали там набор каких-то сайтов, сейчас мы можем оформить сделку по найму такси непосредственно в Яндексе. Точно таким же образом будет работать и рынок обмена валют, просто это случится немного позже.
Еще можно сказать здесь, что в целом это наша специализация, то есть мы работаем на цифровизации, диджитализации тех рынков, которые сейчас недостаточно оцифрованы. Что касается рынка обмена наличной валюты, то он до сих пор работает на технологиях еще 90-х годов. И это вот то, с чем мы сейчас живем. Это, конечно, дает огромные возможности для того, чтобы сэкономить деньги клиентам и время, то есть оцифровав рынок. Значит, наша экономика проста. Мы зарабатываем 15 копеек с каждого доллара, который меняем через наш сервис. Ну, к примеру, допустим, со сделки обмена валюты на 3000 долларов наш доход, доход нашего робота составляет порядка 450 рублей. Здесь также важно сказать про себестоимость проекта. Себестоимость проекта достаточно проста, сделки проводит робот. Что касается рынка, рынок обмена валюты, в котором клиенты ищут свою сделку через интернет, составляет сейчас порядка, ну, даже более 500 000 запросов на обмен каждый месяц. Это именно запрос на обмен сделки, а не запрос на просмотр курса. Просматривает курс гораздо больше людей. Значит, какие инвестиции мы получили, какие инвестиции сейчас сделаны в проект? В проект вложено порядка 3 000 000 рублей. У нас уже есть подписанные пилоты с 3 банками, и, соответственно, 12 пунктов обменов валют обеспечивают работоспособность сервиса. Сервис рабочий. Инвестиции, которые нам требуются, это порядка 1 000 000 рублей на команду в месяц и на маркетинг. Значит, выход на окупаемость проекта составляет 12 месяцев. Это с учетом инвестиций в экспансию. Команда – это я, основатель проекта «Доллар-рубль», и мой партнер Игорь Хмель – это основатель самой технологической платформы BankX. Необходимо отметить, что у нас есть богатый опыт работы в разных компаниях, которые вот там показаны. И кроме этого, данное решение, что очень важно сейчас для финтеха, для данного решения у нас есть готовая технология на распределенном реестре блокчейн. Это модное слово, и это модное слово мы уже сейчас делаем. Вот. Ну, в проект мы ищем инвестиции и ищем партнерство, в том числе с банками, вот. Может быть, даже с Финамом. Спасибо большое. Спасибо тебе большое. Пользуйтесь нашим сервисом. Вот. Делайте сделки по обмену валюты удобно, быстро и безопасно. Спасибо.